Итак, живца наловили, жерлицу переставили. Дядя Саня живцов полавливает. Вот такая нынче рыбка. Будем искать. Чего искать? Где рыба есть? Рыбу с розовыми пуговицами. Ладно. Четвертая часть марлезонского балета. Он даже не срывает, Серег. Вот хочешь поржать? Я сейчас видел, приподнял, ты сказал, что стоит. А на самом деле... Вот что там стоит. Не сорвал нихуя. Он, то бишь, он не срывает, да. Он берет, просто глотает и все. Еще попробую, конечно, это. Вот тут с этой лункой ты... Тебе повезло, конечно, Сереж. Знаешь, чем? Ты что, за живцом рядом идти? Нет, все, этот мне не вытащить, походу. Отстегивай. А? Пускай Саша там парится. Сейчас. Сейчас. Потянем и садим. Нет, пошли. Сейчас отстегну и все, и пойдем. Ну, видишь, вот поменьше, конечно, да. Первенец, блин, дал жару. Котяра, блин, была. Ладно, до следующих раз. Где там это, ну-ка? Четвертый там еще. Третья серия марлезонского балета. С краешку где-то. Операция. Тихо, Сережа, тихо. Ну-ка, если хочешь поржать, блин, там, по-моему, он на ерша хапнул. Не достать ни хрена. Ванда ты ему. Ну а как мне? Ну достать иначе мне. Вот и все. Снимаешь с поводка. Ну, понятно. Не знаю, по-моему, нету. Есть что-то, нету. Видишь еще, нет? В морде. Значит, выпрыгнул, а сам сел. На, этого тебе тащить. Вторая серия. Иди отсюда. Вторая серия. Подчистить, блин. Давай, чисти. Я тут кошку пошел. Ну, мелкий, не крупный. Сразу могу сказать. Ты этот, конечно, тот с натягом шел. О, удар дал. И здесь удар. Да, под конец я тоже подумал, что там была щука, а здесь уже налим сразу чувствуется. Ну, тоже нелегкий нифига. О, дает о себе знать. Сразу резко нельзя, начал. Да ладно. Смотри. Полуживой. Неудачно. Только, видать, это. Да, он не заглотил его нормально. Надо было подсечь. Надо было подсечь, да. Ладно, буксим. Сейчас опустим. Блядь, ну шел-то хорошо. Ладно, вторая серия. Хуй вытаскивай, ты дом, блядь. Сука, дергается, блядь.
Блять, не знаю. Блин, материста. Блин, это Санин размер. И знаешь, на что клюет? На плотву. На плотву. Собака. Хорош, чертяга. Санин размер. Прям. Так, тебе пока в сторону. Вдруг ты у нас вышел. А не размотанный же был. А? Не размотанный же. Я начал поднимать. Бух, удар. Не, он только сел, видать. Даже не заглотил еще. А вот еще что получится, Серег. Да, прихватил уже. Хотя вот крючок где-то рядышком, да. А сейчас его еще дальше заглотит. Нет, крючок где-то рядышком. Ну там двойник, это, Серег. Нет. Его вытащить можно будет, но... пинцетом, по-моему. Рыбу хрен с тобой, глотай. Дай! Сережа, я тебя очень люблю. А живца ты достал бы? Пусть глотает, ничего жалко, что ли, его? Он не отдаст его теперь. У него рефлексы срабатывают. Он заглотил нормально уже. Жабрами не вытащить его. Пинцет вот. Есть какой-нибудь? Нет, с собой ничего. Блин, я тоже ничего не взял. Извлечение живца на базу. Маленький вот вообще. Я поставлю. Сейчас. Да. Не зря остались. С икрой, заметь, с икрой. Ну все, все. Красавец. Так, шлюхи. Где у нас вот? Кроги. Тихо, тихо, тихо. Дальше, дальше. Вот, все, вижу. Старая жерлица Сашкина. Хорошая. Ладно. До следующего раза. Ну вот. Наступил утро третьего дня. Домой. Погода шепчет. Домой. Займи и выпей. Собираемся домой. Парни точат. О, на репе шевелится. В этих приедется вечером. Ты на видео снимаешь, Серег? Не матерись тогда, Сань. Красота. Да, три дня на природе. Пионерского костра так и не получилось. А. Не хотел бы. А же Хуналимов получается по щетке, да, Саша? Да, если мелкого не считать, 7 штук. Ладно. Всем приятно отдохнуть.